грядущее объединение департамента полиции, погранохраны и гражданства и миграции, как заверил министр внутренних дел, не должно повлечь за собой сокращение людей с должностей. Реорганизация подразумевает только переход людей на другие должности. Однако неприятности могут возникнуть у тех, кто не знает государственный язык. Полицейские, которые работают здесь, в Ида-Вирума и Нарве, они должны знать два языка. Это государственный, эстонский, и другой, конечно, можно сказать, местный язык, ежедневный русский. Здесь по-другому не как, но там обязательно должен быть эстонский язык. И если мы смотрим, как эта ситуация, это очень зависит от человека. У нас был такой, можно сказать, мониторинг где-то апреля, да? И опять в июле, да? Это значит, что люди, которые все-таки хотят, у них есть этот уровень получше, они получили категорию повыше. Есть и некоторые люди, которые получили категорию поменьше, но тенденция есть, в общем-то, можно сказать, позитивная. И есть такие люди, с кем ничего не случилось это время. И у нас есть и были меры, так что все-таки, по-моему, это нормально, что в такой государстве, как Эстония, где у нас есть как это, один государственный язык, служащий Эстонии должен этот язык знать. А здесь, конечно, и русский. Если мы отправим кого-то из Пайкуса, из школы полицейских, да, как нового констабеля, здесь и не хватает того, что он знает просто эстонский. Русский тоже должен знать, но оба. Заинтересованность к государственному языку резко повышилась, так что люди стали лучше владеть государственным языком. И такую тенденцию, чтобы мы требуем знания государственного языка, мы все равно, значит, такое требование остается, и мы уверены, что люди достигнут того, что сдают, значит, на тот уровень, который нуждается, это самый высокий уровень, это что нуждается от полицейского.